Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. И след оставлен так, чтобы прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место для нашей свободы! Найди Иерихон! Прятаться тут как мыши, разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход – прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободные. У вас просто другой хозяин. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Иерихон вариант не хуже прочих. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто.
Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Тебе, Маркус. Ты Люси? Присядь. Покажи. Надо закрыть рану. Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит?
каждый твой шаг определяет судьбу. Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае, мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года.
Там чудная природа. Такие просторы, чистый воздух. И нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы... Мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Он немного странный, но доверять ему можно. Да и выбора у нас, в общем, нет. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что, на самом деле, удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне,
Будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную. Нет, этого не может быть. С нами играть, создавать монстров просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. На что мелкое сгодится? Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут.
Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. Вот там. Надо всегда. Тебе сюда нельзя. Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет. Нет. Нет, не выключишь. Не заряжена. Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам... Зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Лютер! Да, сладко. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, Златка.
Что? Девочка сбежала. Не могла же она исчезнуть. Но прячется где-то. Чего встал-то? Ищи давай. Иду. Ждал. Мечты всегда ведут в яму, а ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну пошел прочь. Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не продел. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку.
Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять.